Чего хотят женщины? Ответ на этот извечный вопрос нашел телеканал «Домашний». В новом сезоне он, как настоящая леди, преобразился. Новая форма и содержание. Зрители увидят яркое оформление, узоры, платки, как платье канала на каждый день. Но главный секрет в новых программах. Чем удивят, было сюрпризом, который не раскрывали до сегодняшнего дня. И раскрыть все секреты сегодня лично приехала генеральный директор «Домашнего» Лика Бланк. Это не только новый логотип, новое оформление, это и новые программы. Программы, которые отвечают интересам женщин. Это программы как кулинарные, программы о красоте, программы о здоровье, о семье. Но в них всем есть одна отличительная особенность. Это программы жанра useful entertainment. То есть они не просто развлекательные, но они еще и полезные. То есть можно посмотреть, развлечься и еще что-то для себя полезное извлечь. При этом и новые программы, и яркий образ – именно то, чего хотят женщины. Это показали исследования, которые провел телеканал «Домашний». Так, к примеру, даже логотип канала, буква «Д» улавливает настроение и меняется в зависимости от программы. А новые проекты создали и ориентируясь на 8 главных ценностей современной женщины. Например, любовь, семья, отношения, дети, красота и сказка. Последнее – это громкий финал любимого зрителями сериала «Великолепный век». Зрители смогут проследить за гонкой невест в проекте «Моя свадьба лучше». Научатся готовить простые блюда в новом сезоне «Домашней кухни». На кухню на «Домашнем» заманили даже мужчин. Знаменитый боксер Костя Дзю станет судьей в гастрономической дуэли свекрови с невесткой. Это шоу не столько о еде, сколько об отношениях. Осенью в новом сезоне будут и серьезные проекты. Например, документальный цикл «Настоящая Ванга». Не столько о предсказаниях, сколько о женщине с непростой судьбой. Авторам удалось найти неизвестные доселе факты. Всего же в новом сезоне зрителей ждет больше полусотни новых и ярких проектов.